Я считаю, чудо случается с каждым. Мое чудо – это то, что я живу напротив Марго Рот Шпигельман. Она самое прекрасное творение, созданное Богом. Жизнь Марго – это цепочка невероятных приключений. Ты до конца школы собираешься сохнуть по ней? Я заканчивал школу, но мы с Марго были едва знакомы. Но однажды... Что за... Марго? Мне нужна твоя машина. Что? У меня 9 важных дел. А твой парень не может помочь? Бывший парень. Мой парень изменяет мне. Я начинаю мстить. Обычные покупки. Кончай. Ну ты даешь. Давай, снимай. Прикольно получилось. У меня сердце так и бьется. Так должно быть всегда. Красиво. Это бумажный город. Бумажные дома и бумажные люди. Вблизи все намного уродливей. Но не ты. Утром все будет по-другому? Я надеюсь. Марго так любила тайны, что однажды сама стала тайной. Она исчезла? Когда вы видели ее последний раз? Ты был с ней в последнюю ночь. Это не случайно. Там что-то в ее окне. Она разбросала подсказки, как хлебные крошки. Я что-то нашел. Это она говорит тебе: найди меня. Пойдешь в бумажные города и уже не вернешься. Я знаю, где она. Я еду с тобой. Ну тогда я тоже. Рискуй, хватит осторожничать. Может, это она и хочет мне сказать? Что тут скажешь? Я на задании. Эй! Ты любишь ее? Люблю. Чудо случается с каждым. Мое чудо – Марго Рот Шпигельман.